И как отметили в Белаве, изменение полетов европейских авиакомпаний касается только транзитных маршрутов над Синаем. Например, рейсов из Европы в Индию, Таиланд, Сингапур. Прямые рейсы из Европы в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и другие египетские города будут выполняться авиакомпаниями, в том числе Белавия, по прежним маршрутам, которые не проходят над Синайским полуостровом, говорится в сообщении компании Facebook.